Да ёб твоё, блядь, нахуй! Ну, ему уже он не нужен, в принципе. Да. Ну, только тут какую-то балку железную оставить, и все. Да. Ну все, это на хайпе, это реально все. Но только вот жалко перебор... Че это? Смотри, Чебокс. Глянь. Чебокс? Да. Здравствуйте, вы Чебокс? Да. Вы зачем меня преследуете? Я тут давно был, алло. Суд же, когда сносил, тебе писал, сколько сносить. Ты прочитал, мне не ответил. Сейчас мы уточним этот вопрос. Уточняю. Нет, это фейк. Это фейк. Это неправда. Нет. Это все фейки. Ну ладно, просто восстановить тогда не очень много. Или доснести вот это вот здание. Сейчас, подождите, тут важное здание вообще? Жирное мясо. Просто снести вот тут вот, блять, вот половину этой стены снести. О, точнее, половину этого здания. И все, заебумба, чтобы было. Ну или вот здесь вот заново отстроить. Он же, видимо, ресурсы сохранял. А ну-ка. Сыночка, я в Сан-Тропе. И знаешь, в чем самая главная подстава, то, что я не смогу сбежать, мне мама деньги дает. Тут где клуб? Пока своих только 200 рублей заработал, это вообще, блин, несправедливо. Сыночка, я в Сан-Тропе. Хайпитка, хочу тебя попросить поставить на сайте вместо Тинькофф Касса поставить freekassa.ru, чтобы люди могли покупать со всего мира, если это возможно. Ладно, сейчас поставлю. Ладно. Сейчас, извините, я прослушал предыдущий донат, очень важно надо. И знаешь, в чем самая главная подстава? То, что я, блин, не смогу сбежать, потому что мне мама деньги дает. Я стреков пока своих только 200 рублей заработал. Это вообще, блин, несправедливо. Стреков со своих ты А ты можешь мне свои скинуть свои треки? Я что-то... Может быть, я... Не, ну 200 рублей он уже свои задонатил. Так что все, можем не рассчитывать на донаты, в принципе. А здесь что, чебоксары какие-то жили, блядь? Блядь, что тут было? Это новые, это типа... Блять, это новые блоки. Арт-зона, блять. Ту, блять. Дра тут? А. А есть еще такие всякие секретные места, где чебупица какая-то живая? Блять, тут четко что-то было. Блять, кто-то пришел, все разобрал. Какая-то Чебокс зона топовая. Ой, там мне, кстати. Че у меня тут? О. А что это здесь? Что это тут было? Я рассказываю. Получается, вчера Суджик, да, когда они с ребятами сносили Венецию, да? Ага. Вскрылся вот этот гей-клуб. Так. Он был несанкционированным. Его никто не разрешал делать.
И я, получается, такой, типа, что за хуйня? Мне об этом гей-клабе рассказала вот эта вот женщина, которая прямо сейчас застряла в паутине. Ага, ага. А, получается, думаю, что за хуйня? Блять, сейчас, подожди, спасибо. Секундочку. Я здесь, во-первых, нашел вот это, а во-вторых, несанкционированная постройка. Я сейчас буквально сейчас позвоню двум полицейским, и они мне расскажут. Стой. Алло, полиция? Да, вызываю этот... Приезжайте сюда, тут пиздец. Через сколько будете? Здравствуйте, я вас вызывал. Да, здравствуйте. Да, здравствуйте, здравствуйте. Здравствуйте. Короче, тут пиздец. Разберитесь, что тут случилось? Вот, по этому поводу. Мы вчера уже с этим разобрались, между прочим. Мы пришли, значит, да, по вызову. То, что тут какие-то долбоебы какую-то хуйню построили на моем острове, да? Итак, мы заходим, получается, видим трех дурачков, да? Какой-то эмеральд, какой-то престол, да? И тает какую-то хуйню. Мы начинаем говорить, то, что вы что, наркоманы? Зачем вы сюда вообще зашли? А престол, вот этот, почему мне это имя запомнилось? Знаешь почему? Спасибо, спасибо, спасибо. Ой, спасибо, спасибо. Спасибо, спасибо. Такой спасибо. Щедрый молодой человек. Ага, спасибо, ага. Спасибо, спасибо, сука, бля. Так, так. Почему мне этот ник запомнился? Я ему говорю то, что мы сейчас вас... Съебалась, нахуй, съебал. Да. Я записываю. Вот, записывайте. Почему он запомнился? Потому что я ему говорю, я сейчас вас скручу, потому что вы, во-первых, несанкционированную хуйню сделали, во-вторых, вы еще и наркоман, скорее всего. Знаете, какой тут последовал? Да. А мы что, РПшим? Не понял. Не, ну мы РПшим, я не понимаю, или что, мне надо говорить, мне персонаж надо? Мне отыгрывать персонаж надо, или что, я не понимаю? Ну прикольно, так. Я просто, я начинаю молчать, потому что, ну, я подумал, какой-то шизик, да? Что жесть РП, я не понимаю этого слова, да? Ну, по факту. И, как бы, я просто к нему отворачиваюсь, начинаю говорить с другими людьми, допрашивать. Знаешь, что он делает? А? Не, я не понял, а мы РПшим? Я не понимаю, что происходит? Не, ну, все, я понял, хорошо, так. Мы их поканули, упаковали, да, в обезьянник повели. Так. Я сажу их на места. И это не знаю, шприцом хочу достать кровь, чтобы проверить на наркотики. Алкоголь, да? И наркотические, да, наркотики. Да, именно так. Беру, получается, у них кровь. Они находятся в наручниках, на месте сидят. Что делает престол? Вот, то есть он был вот таким. Ну так, вот так сидел. Ага. Он говорит: ой, бля, меня мама кушать позвала, я пошел. Такой: а, ну ладно, я, наверное, вернусь, мы же РПшим. Бля, не, ну хорошо, а ему было 3 лет? По голосу 23. А, да? Ну где-то 19, 16, 17, не знаю. Ладно, ну. Ой, я, блядь, простите, уже... Ой. Все хорошо, что ты понимал, я ему, наверное, стака 2 стрел вонзил в голову, потому что меня заебал под конец уже просто, пиздец, как сильно. Ну, это получается, вот мы их выгнали, потом он, когда мы уже, ну, с моей напарницей уже заебались, ты хуйни ебаный от этого, это что РП, он потом начал с нами идти, он говорит: ну не обижайся, ну что такое, нормально же общались, ну я не понимаю, ну нормально, ты обижаешься, почему ты обижаешься, что происходит, я не понимаю. Блять, к чему ты это все ведешь, блять, мы изымаем тут resources. Да. Это РП? Я тебе историю просто рассказал. Это РП. А это РП? Бля, это РП. А, блядь. Fucking fuck. А что у них еще интересного здесь можно забрать? Я не знаю, только тукал валяется. Вот изумрудные блоки есть. 3. Вау, 3 изумрудных блока. А вот это что? Вот. Это летучие, видимо. Нет, еще вообще припись. Ты... Че? Не. Правильно? Сука. Да, блядь, ну что такое? Блядь, еле скрылся, нахуй. Блять, мне кажется, тут реально очень много всяких секретных мест можно понаходить. А мне нечего.
Сыночка, я в Сан-Тропе. Питка под землей тера официальной мафии Джопа Глеса. Они с вами в ивенте с поездом участвовали. Это антижоперы. Ну точнее было тера не переезжа. Ну, еще? Видимо, они переезжают. 13 зрителей поднял сюда сотен откуда. Видимо, да. Моих суд не заботит. Донаты летят, это сосок заботит. Ой, блин. Поздравь моего брата с ДР, пожалуйста. С днем рождения. Напиши что-нибудь от себя. А где это? А, вот, все, вижу. Хорошо, сейчас. Сейчас. Ой, блин. Блять, я забыл, как зовут чеченского Халка? Блять, как его зовут? Ну, чеченский Халк, ну как его? Ну, он, ну, блогер. Тамаев, да. Который Хасбика расхайпил. Да. Вот мне кажется, у меня вот подписчик это будущий чеченский Халк. Ну вот, примерно такие же фотки, там, типа, в 17... Тамаев в 17 лет примерно вот такие же фотки делал. Все это будущее потом уже. Чебоксик. Бля, что там за чебокс происходит, реально тупой. Все, я съебываю отсюда. Все, господа! Ёб твою мать. Леч... Ну, тебе нужно. Да, завтра пиши сразу. Давай крутить романы. Кому? Кто? А чел, этому. Ты будешь. Ой, я понял, нам надо бежать. Куда? Чебоксарит. О, нет. Блять, нас убьют нахуй, я пойду расскажу маме, что меня убьют. Подожди, давай ему напишем, давай ему. Давай напишем ему, да ты помолчи. Блять, я давно, ну, я даже соскучился по чебоксу, вот прям такому тупорылому нахуй. Ну, мне даже удовольствие чуть-чуть получил. Здорово, Артурита! Я Чебоксар, да. А кто ты? Open Gamer. А ну, взорви что-нибудь. Ой, дела, ой, дела. Здравствуйте. Здрасте. Блять, вот как-то я. А я тот самый человек, который загриферил отцы. Ради вас пришел сюда. Вы какой из? Ну, который гей-клуб для Кирилла. Ой, извините. Так а вы что? Чё от меня хотите? Ну, я хотел извиниться перед всем городом Отсосити за свое, ну, как ну, бы. Ну так это... извиняйтесь перед его жителями, блять. Ха-ха! О! Ой. Вот смотри, вот как раз они. Здравствуйте. Блин. Знаете, тут такая, как бы. Мне кажется, вы не из города Отсосити. Мне кажется. Вам кажется. Сигма. Привет. Да нет. Чё, ты его упакуешь нахуй? Ну как бы это, на стриме. Я хочу, чтобы его убили нахуй. Ну все, давай, пока. Алло, здорово. Здорово. Алло, Сайлати, ты как моя левая рука, расскажешь, что в последнюю вот неделю в банде произошло? А ничего, а у меня какие-то проблемы в реальной жизни случились, и все, ну, приостановилось. Душ. Вот, да. Что, у него что-то микрофон там сломался, он сейчас с плохим микрофоном. А где сидит. Твой лучший друг? Я не знаю. Я с ним в Дискорде, но я не знаю, где он на сервере вообще. Мы что-то, ну вот, разлучились как-то. Ну ладно. Ну вот так вот. Ну то, короче, в банде ничего не происходило вообще. Ну ладно, нормально. Пойдем. Пойдем, братан. А это просто... кто такой? Я его лучший друг. Привет, салют.
Братанчик, здорово. Алло. Вы лошадку видели? Да, она вон там. Здорово, братанчик. Боже, братанчики, у нее прозвище Мумугавгав. Я, она такая, она сама по себе скачет, она бежит вообще туда-сюда. Да, было. Здравствуйте. Да, со мной. А что это? Не, что-то со мной тоже. Не, что-то, да. Извините. Ну, ты не шаришь, не смотришь. Отсмотреть. Вы не смотрели, леди Зёрка? Боже, к нам Чебоксар пристал. Какой, где? Как... Какой? Давайте вычислить Чебоксара среди нас. Мне кажется, он... Вам не кажется, он выглядит как-то подозрительно? Чебоксары. Ой! Халява! Блять. Нет, все, мне пора выходить отсюда. Я начинаю получать удовольствие. Надо выходить. World of Things. Вот раздаем всем фраги. Вам их не исчезть. Блять, какой же охуенный все-таки трек, блять. Еще? Ебануться нахуй. Мы играем в танк. World of Things. Да знаю всем фраги. Вам их не исчезть. Мама, я играю. Артур, блядь, ебучий. Блядь. Привет, Артур, как твои дела, мой бро? Кому, блядь? А нахуй тебе туда ехать? Это хайп. Нихуёвый ты, конечно. Ты с псиной виделся с ним? Я? Здравствуйте, а вы кто? Ладно. Блять, лайф пенису, от меня даже ничего не надо? Охуеть. Охуеть, блять. Не, я заметил. Может быть, реально стоит прожить пару дней сейчас? Ну так, просто для прикола. На СП. Да, блять, я начинаю удовольствие получать, нахуй, от всего подряд. Я хочу в себе зависимость. Вот это вы. Ёб твою мать. Все, у меня от СП отдых, блять. У меня отдых от СП. Все нахуй. Блять, каждые 3 метра, блять, что-то происходит. Я рыгаю, ёп... Ой, бля... Ой. Я Сигма... Подожди, это была Сигма Свинка? Здравствуйте, это у вас Сигма Свинка? Здравствуйте, нет, мы просто... Это трапи... Я трапи... Вкусненькая свинка. Если вы вдруг кто-то подумали. Ну ладно. Нет, просто подумал, что должен быть, значит, рядом... Рядом Сигма Крипер должен быть, если Сигма Свинка есть. Это мало. Алло, здрасте. А, привет. Здорово. А чё тут у вас нахрен? А, ну я вот это вот ломаю. Здрасте. Кого? Всё, вот тут, короче, будем строить зону новую, огромную. Какую? А, ну, карточную типа. А, не, ну нормально тогда. И тут еще, ну короче, там по размерам будет как наше казино сейчас, только там. Ебать, нахуя? Ну там еще новые автоматы будут. Нихуя. Не, ну нормально тогда. Да. Членофилов. Ну я тогда пойду. Сука, ты ебать клоп нахуй жопный. Мне за СП кикнут с колледжа. Пока. Не понял. Ну, вот так вот. Не понял. Всё. Ну, я набрал много долгов из-за того, что я иногда не ходил. Ну, как иногда, часто. И теперь мне до 25 числа надо сдать 15 долгов, либо меня кикнут. Ну, так, может быть, ты лучше сдашь? До какого? 25 ноября. А, ну, то есть у тебя 5 дней. Да, ну, у меня тактика есть. Я, в принципе, разъёбаю, но все равно тяжело.
Не, наверное, 6 дней. Ну ладно. Так, может быть, ты... Подожди, а в каком ты классе, блядь? Я в Шараге, третий курс. А-а-а! Забей нахуй. Я при ДГТУ вообще, я в ДГТУ поступить хочу, куда? О, есть, ДГТУ, это круто. А чё у тебя с микрофоном? Ну, короче, мой микрофон основной, он наебнулся, ну, кошка скинула, и он начал коротить USB-шник, USB-порты. Отстань! Пожалуйста, пониже камеру, пожалуйста, пониже, пониже. Ну, короче, у меня микрофон может сжечь мне комп нафиг. А-а-а, ну, нормально, типа. Да. Ну, не знаю, такое себе. Ну, как бы у меня FIFAN был, но я теперь думаю студийно покупать себе. А да этот, Союз, Союз 100%. Он слишком студийный. У меня нету столько. Странно. Не, ну это есть шарм в этом микрофоне, типа, знаешь. Не, ну прям поменялось жестко. Нет, ты как будто чуть-чуть поменялся. Да, ну есть такое, меня теперь как дотера воспринимают, блядь. А чё у тебя сейчас типа... за HyperX? Ну, HyperX, Cloud, Wireless, как, ну, беспроводные, типа. Понял, я, короче, ссать иду нахуй, это слышно. А ну, покажи. Я сейчас не хочу. Но... Будет как-нибудь. Ну ладно, как-нибудь ну... устрою. Ну все, давай так, тогда. Так, ты чё... А? Ну, давай. Чё, ты хочешь со мной поболтать? Ну я хотел, ты ж там этот, блядь, меня который раз нахуй откидал. Но я нагружать тебя в другой степени тоже не хочу. Типа, я думал, ты, типа, на, ну, пытаешься откинуться от СП. Ну так и случилось, как я предполагал. Я тебе читаю. Ну, спасибо. Типа, чтоб ты это отдохнул. Но ты когда будешь готов, напиши, потому что у меня есть много чего тебе сказать. Ну ладно, ладно. Типа, я просто примерно понимаю, как можно охуенно хайпить, и чтоб кайф был. У меня тоже есть идея, как охуенно хайпить. Ну ладно, давай пока, друг.